смолян. И я верю, что в вашем лице, уважаемый Василий Викторович, мы увидим достойного последователя заложенных традиций. Ключевые принципы работы полиции – это открытость, движение навстречу людям, безусловное следование букве и духу закона. Только руководствуясь ими, можно получить поддержку и уважение со стороны смолян и завоевать их доверие. В последние годы в управлении сложилась хорошая практика прямого разговора с населением.